довольны сегодняшним днем, сегодняшним, точнее, вечером. Тренеры дали оценку хорошую нашему прокату, поэтому сегодняшним днем, я думаю, мы довольны. Завтра еще произвольный, завтра еще целый день, поэтому будем бороться, будем биться и посмотрим. Это ваш первый финал Гран-при. И какие ощущения? Отличается ли он от других каких-то соревнований? Честно говоря, пока что лично я не почувствовала, потому что действительно очень было здесь тепло, и на самом деле здесь такая арена, она не такая, знаете, масштабная, то есть она здесь какая-то больше домашняя и теплая, как мне показалось, поэтому... Я согласен вообще, и публика принимает шикарно, вообще спасибо огромное. Ну, удачи в произведении. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое.